Дорогие друзья, мы вновь работаем в прямом эфире. Это телеканал ТВ3, и это продолжение «Битвы экстрасенсов». Шучу, дорогие друзья, это первый медицинский канал, и у нас сегодня замечательный гость. Мы уже заканчиваем свою работу на 18-й ассамблее «Здоровая Москва», и на самом деле сейчас будет достаточно любопытный разговор, потому что мы не так много говорили про продление жизни, мы не так много говорили про то, как бороться с привычками, и самое главное – как жить счастливо. У нас на данный момент в гостях Пол Маккена, писатель, британский гипнотизер и специалист по саморазвитию. Пол, здравствуйте. Hello. Hello, Paul. На самом деле, вы знаете, в России огромное количество людей, которые пытаются так или иначе обучать людей. Well, in Russia we have a huge number of people who try to teach other people one way or another. И мы к этому относимся... Мы, это имеется в виду научное сообщество, с небольшим скепсисом. And as a academic community or scientist community, we take it with a little bit of a grain of salt. Меня заинтересовало, разумеется, то, что вы занимаетесь гипнозом. So I was interested, of course, in the fact that you're into hypnosis. Yes. И, конечно, основной вопрос, почему вы этим занимаетесь и как вы к этому пришли? And of course, the main question would be, why do you do it and how did you come to do it? Okay, so the reason I'm a behavioral scientist, right? The reason I use hypnosis is it's probably the single best way to change your behavior. You know, so that would be quitting smoking, losing weight, overcoming a fear or phobia, or becoming more motivated to achieve things in life. Вообще, я ученый, который занимается поведением, вопросом поведения. И причина, почему я использую гипноз, основная в том, что это самый простой способ изменить ваше поведение. То есть заставить человека бросить курить или сбросить вес, или так или иначе изменить свой образ жизни. Это очень здорово, потому что действительно очень часто мы прибегаем исключительно к медикаментозной терапии, а про психотерапию забываем. This is great because quite often we simply rely on drug therapy and we forget about psychotherapy. Yes, the great thing about hypnosis is that unlike conventional therapy where you have to sit there and tell somebody all about your problems over and over again, the great thing is you tell at the very beginning of the session you can say what the problem is, then the hypnotist does it to your subconscious mind. And it doesn't work for everyone every single time, but it works for most people most of the time, according to the scientific research. Это действительно замечательно, потому что либо люди прибегают к медикаментозному лечению, либо, если это обычная терапия, человек сидит и долго-долго говорит о своей проблеме. В то время как с гипнозом человек просто ее обозначает, и гипнотизер уже воздействует на его подсознательную сферу. Это работает не со всеми, но в большинстве случаев. Действительно, это работает не со всеми. Есть целый ряд больших исследований, которые показывают то, что не такая уж большая выборка у тех людей, которые поддаются гипнозу. Но они есть. Оль, как это работает? Indeed, and right you are when you said that it doesn't work on everyone. And in fact, there is research saying that the selection of people who succumb to hypnosis is not so large. So, Paul, how does it work? Well, firstly, there's lots of research about into hypnosis, and some of the studies that say it doesn't work on that many people were done by bad hypnotists. If you're a good hypnotist, you know, you could, whenever we research my techniques, they work for 7 out of 10 people, which is, you know, in terms of some of the things I do, that's the highest success rate in the world. Do you want to say that first? Yeah. Yes, please. Thank you. Дело в том, что исследований, посвященных гипнозу, немало. И можно сказать, что гипноз действительно не срабатывает зачастую, но ведь есть плохие гипнотизеры и есть хорошие. Мой гипноз срабатывает на 7 человеках из 10. Shall I explain what it is, how it works? Объяснить, как это действует? Да, конечно. Yes, please. Yeah. Okay, so when we're children, we learn to do something like open a door or tie our shoelaces. And we have to really practice it. And after we practice it several times, we store the program, if you like, in the unconscious mind. So we just go up to a door and we just open it because we assume all doors everywhere work like that. Or we just tie our shoelaces or we drive the car without having to think about it. And those programs are stored in the subconscious or unconscious mind.
Дело в том, что, будучи детьми, мы усваиваем много программ. То есть какие-то простые вещи, как завязывать шнурки, как открывать двери, как делать то или иное, мы это запоминаем, и это делается уже как бы автоматически. Да, это программа, как открывать двери. Мы представляем себе, что все двери в мире более-менее как бы схожим образом открываются. Тоже касается шнурков, тоже касается вождения машины. Мы просто действуем. Но есть, однако, программы, которые нам помогают, а есть такие, которые нам мешают. Вот в частности, курильщики, они курят, когда испытывают стресс в основном, и, естественно, сигарета снижает для них этот стресс, но в итоге это кончается тем, что они курят больше и больше, потому что это так действует для них. То же касается и переедания, люди пытаются... Заесть стресс. Либо заесть стресс, либо свои эмоции, связанные с едой, как-то вот положительно испытать, и это опять же приводит к тому, что они едят все больше и больше. И еще было сказано, но в этот момент они не голодны на самом деле, да, то, что Пол тоже говорил. Да. Возможно, да. Далее, гипнотизер. Что делает гипнотизер? Он расслабляет человека, вводит его в очень спокойное, умиротворенное состояние, и там заставляет представить жизнь без сигарет или без излишней еды, как она выглядит и ощущается, и за счет многократного представления человек перестает в этом нуждаться. Пол, давайте попробуем со мной. Пол, let us try it on me. What, you want to be hypnotized? Да. То есть, это получится вот так просто? Can we make it like this? Clap your hands. Well, we can make it so that you're very relaxed. Yeah. Is there something you want? Do you want to have... you seem like a confident person. Is there something I could help you with? Or do you just want to be hypnotized? Я хочу McLaren F1. Значит, вопрос был такой: а хотите ли вы чего-нибудь, потому что вы выглядите вполне уверенным человеком, хотите ли вы чего-нибудь или просто хотите, чтобы вас загипнотизировали? Значит, да, желание McLaren F1. Yeah, I could do, but you won't actually own one unless you do. То есть загипнотизировать вас так, как будто бы у вас есть McLaren, но это, конечно, можно. I'm tell you what I'm going to do. I'll show you what hypnosis is like. I mean, everyone knows what it's like deep down because it's very similar to daydreaming, but it's very, very peaceful and nice. So if you like, I can do that for you. Yes. Я могу показать, что такое гипноз. На самом деле все это представляют. Это такое глубокое состояние, похожее на дневной сон или на такой полусон, полуявь. И, конечно, если вы хотите, я могу это продемонстрировать. На самом деле, Пол, хочу, потому что один из вопросов, который возникает не только у меня, но и у огромного количества людей, которые имеют инсомнию, бессонницу, uh-huh. если это не связано с нарушением сна там, в виде нарушения дыхания, которое бывает, uh-huh. это мысли, которые человека не покидают, когда мы ложимся uh-huh. спать. In fact, Paul, yes, I want that because, and this is a question of many people. Many people experience problems with sleep and a certain insomnia. Well, and it's one thing when it's due to some medical conditions like mm-hmm. Breath mm-hmm. impairments, yes. but it's different when it is due to some thoughts, continuous ongoing thoughts which never leave your brain and which do not allow you to fall asleep. That's absolutely right. Yes. Okay, well, what I'd like to do is, if it's okay, Constantine, is just sit back in the chair, yep. relax like this. Okay. There we go. Совершенно верно, что я сейчас буду делать, Константин, просто откиньтесь в кресло спокойно. And then, that's it, make yourself comfortable. Сядьте поудобнее. Actually, no, not that comfortable. So what I'd like you to do is look up in front of and above you at a spot on the ceiling and just keep focused there. Mm-hmm. Смотрите немного вверх и сконцентрируйтесь. Now, you don't need to say anything to me mm-hmm. for the next few minutes. You don't need to say a word because I'm going to be talking to you. Следующие okay. пару минут не надо мне ничего говорить, потому что говорить буду я. Because I'm speaking. Говорю я. And the translator's speaking. И переводчик. And as you continue looking at that place up there, you focused your mind like a laser beam. That's right. There you go. И вы продолжаете смотреть Every в эту точку и концентрируете свое сознание. Your eyes will blink. Периодически ваши глаза мигают. And you're still breathing in. Вы продолжаете дышать. And out. Вдыхать и выдыхать. That's right. Именно так. Very soon, but not yet. It'll be time to close your eyes. And when you do, that's right. Just relax deeply inside yourself. Очень скоро вам захочется закрыть глаза, очень хорошо, и расслабьтесь просто внутренне. That's it. Close your eyes and relax deeply inside. Закрывайте глаза и глубоко расслабляйтесь внутри. And my voice will go with you as you continue relaxing deeply.
и мой голос будет с вами по мере того, как вы расслабляетесь глубже и глубже. And relaxing the muscles at the side of your eyes. И расслабьте также мышцы вокруг глаз. Relaxing the muscles at the side of your mouth. Расслабьте мышцы рта. Relaxing your chest. Расслабьте мышцы груди. Relaxing your stomach. Расслабьте мышцы живота. Relaxing your legs. Расслабьте ноги. And your shoulders. Плечи. And your arms. Руки. And hands. Ладони. And fingers. И пальцы. Comfortably aware of sensations of relaxation. Чтобы вы комфортно ощущали это расслабление. Your body's relaxing and your mind's relaxing. Расслабляется ваше тело и расслабляется ваш ум. And I'd like you to imagine how you would look if you were twice as relaxed as you are right now. И я хотел бы, чтобы вы представили, как вы бы выглядели, если бы вы были расслаблены в два раза сильнее, чем сейчас. And float into that more relaxed you. There you go. That's it. See through the eyes of your more relaxed self. Более расслабленное состояние и взгляните на себя еще более расслабленного. Hear through the ears of your more relaxed self. And feel how good it feels to feel more relaxed. И ощутите, почувствуйте, как это здорово быть еще более расслабленным. That's right. Вот так. Just gently relax. And now I'd like you to remember a time when you felt really good. А сейчас я хочу вас попросить вспомнить тот момент, когда вы чувствовали себя очень хорошо. Return to that time like you're back there again now. Где вам было очень хорошо, вернитесь в тот момент, как будто бы вы там. See what you saw. И смотрите на то, что вы видели. Hear what you heard. И услышьте то, что слышали тогда. Feel how good it felt. И почувствуйте, как было хорошо. And as you remember that now, let the feelings, the good feelings, be everywhere in your mind and body. И если вы это сейчас все помните, позвольте этому хорошему ощущению разлиться по всему вашему телу и по всему вашему сознанию. And in a moment, you're going to return to normal waking consciousness and be wide awake, but feeling really good because we've summoned good feelings from your memory. Через несколько мгновений вы вернетесь в сознание, вы пробудитесь, но у вас будет очень хорошее ощущение, потому что вы испытали самое свое приятное ощущение. As I count back from five to one awakening. Я досчитаю до пяти, и вы проснетесь. Five. В обратном порядке. Пять. Four. Четыре. Three. Три. Two. Два. One. Wide awake, feeling good. Просыпаетесь, и вы чувствуете себя хорошо. How do you feel, Константин? Ну что, Константин? А где Маклорен? Как самочувствие? Where's Маклорен? Пол, на самом деле замечательная практика. Paul, this is great practice. Со мной действительно это очень, со мной действительно очень трудно работать кому-либо. Вы понимаете, что это и профессия врача, и профессия журналиста, и это телевидение, и они все на меня смотрят. Indeed, you know that this is very hard for anyone at all to work on me, because you know that this is a profession of a journalist, and this is television, and everybody's here watching me. I know what happened. There was a point when you suddenly did relax profoundly. Но был ведь момент, когда вы действительно резко расслабились. Мы это нащупали. And also, the point you made earlier, this kind of practice is very good for people whose minds are racing when they're trying to go to sleep or if they're stressed. И как вы отметили, такая практика очень хороша для тех людей, чьи мысли беспокойны, они постоянно в состоянии стресса и не могут уснуть. Абсолютно верно. Я вам даже честно поделюсь, я попытался это сделать. Со мной это непросто, но я, тем не менее, вспомнил Филиппины. Я вспомнил совершенно потрясающий пляж, как будто это мука, а не песок, и совершенно потрясающие закаты и рассветы, и это было действительно то состояние, когда я был счастлив. Yes, indeed, I tried to make it. It's not that easy to do it on me, but in fact, I could remember the Philippines and the beach with the sand, which looked like a flower, and those absolutely stunning sunsets and dawns, and this was the time when I was absolutely happy. Wow, that's fantastic.
Well, I'm so glad you enjoyed it. And also, people that are watching at home thinking, I'd like to feel like that. There's lots of hypnotic trances all over the internet, all over YouTube. There's my ones, but there's other hypnotists as well. And, you know, people go and watch them. If they say they can't sleep or they need a little help losing weight or quitting smoking, there's tons of hypnosis available on the internet. Some of it you pay for, some of it's free. Я рад, что вы испытали это положительное чувство, но должен сказать, что много сеансов гипноза есть в интернете, собственно говоря, и люди к ним прибегают. Кто-то пытается бросить курить, кто-то сбросить лишний вес. Есть там и мои тоже сеансы. Есть бесплатные, есть платные. Пол, я думал, что гипноз это... Paul, I thought that's what hypnosis would be like. Well, yes, it is. It can be like that. But what you have to do is hypnotize somebody several times, and then eventually you snap your fingers. Here on television, we don't have enough time to do that. So it takes about half an hour to do that. Так тоже бывает, но просто для такого надо человека загипнотизировать и раз гипнотизировать несколько раз предварительно, а потом он уже реагирует на щелчок пальцев. Здесь на телевидении таких возможностей по времени просто нет. На телевидении есть любые возможности. Television has any opportunities, actually. Как раз тут все проще. In fact, things are much easier here. Пол, поскольку мы действительно не так много времени имеем, все-таки с точки зрения практик, может быть, не гипноза, а именно практик. Действительно, большое количество людей в силу того, что мы постоянно заняты, у нас постоянно нет времени. Мы в последнее время перестали, даже не умеем правильно расслабляться. Вот какие-то техники, которые позволяют расслабляться. Right, indeed, we do not have that much time. So in terms of practice, because nowadays people experience a lot of stress, people are strained all the time, maybe you could advise some practices which would make it easier to relax. Okay, that's a great, great question and a good observation. Mm-hmm. The thing we just did just now is very useful for people to do every day. Это отличное наблюдение, отличный вопрос. То, что мы сейчас проделали с вами, очень было бы полезно делать каждому, всем каждый день. So what I do every day is I say, now I'm going to relax. I close my eyes. I say, now I'm relaxing the muscles in my face. Что я делаю каждый день сам? Я закрываю глаза и говорю себе, сейчас мышцы моего лица расслабляются. Now I'm relaxing my shoulders. Сейчас мои плечи расслабляются. Now I'm relaxing my breathing. Дыхание мое расслабляется. Now I'm relaxing my legs. Расслабляются ноги. Now I'm relaxing my feet. Расслабляются ступни. And I say these things in a very calm, relaxing voice in my head. И я это все произношу очень спокойным, расслабляющим голосом Дорогие внутри друзья, своей смотрите, как я Пола ввожу в гипноз. Dear friends, look how I hypnotize Paul. Такие практики, я так понимаю, что нужно делать регулярно, и они действительно тогда будут помогать. I understand that such practices should be maintained regularly, and then they'll be helpful. Yes, there's a lot of research to show that people who do meditation or self-hypnosis every day, first of all, they're less likely to end up at the doctors. They're likely to be in better health. Да, действительно, есть исследования, которые подтверждают, что люди, которые регулярно занимаются медитацией или самогипнозом, достигают результатов. То есть они, у них лучше здоровье, они радостнее себя чувствуют, потому что просто у них больше, то есть меньше стресса, и они более продуктивны за счет того, что у них больше энергии. То есть вот эти три фактора, да. Это, собственно говоря, я хотел услышать. Начинали мы 6:30, а сейчас уже 12:30. So this is what I wanted to hear. We started 5:30, and it is now 11:30. Пол, огромное спасибо, дорогие друзья. Thank you so much. У нас сегодня был замечательный гость, Пол Маккенна, писатель, британский гипнотизер и специалист по саморазвитию. Мы были с вами в прямом эфире, это Первый медицинский канал, и мы ждем еще одного гостя.